Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как приучить котенка к кличке. У вас дома наконец-то появился долгожданный мяукающий малыш, и вы уже решили, как его назовете? Замечательно! Остается дело за малым – приучить котенка к его кличке. Как же сделать так, чтобы мяукающий малыш знал и отзывался на свое имя? Давайте подробнее рассмотрим основные правила воспитания питомца, которые помогают приучить котенка к его кличке. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных, у нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Приучайте котенка к его кличке с помощью еды. Положите корм в миску и подзывайте маленького питомца, произнося его имя. Когда котенок обратит на вас внимание и подойдет, поставьте перед ним корм и погладьте его, повторяя при этом кличку. Специалисты считают, что совмещение процесса запоминания и кормления – один из самых действенных методов для приучения котенка к его имени. Называйте котенка по имени, когда гладите или чешете его за ушком. Точно так же поступайте во время игр с питомцем. Если кличка будет ассоциироваться у мяукающего малыша с чем-то приятным, он быстрее ее запомнит. Пока котенок не запомнит свою кличку, называйте его исключительно по имени. Никаких кисонька, малыш и котенок. В противном случае питомец может запутаться. Также важно, чтобы все члены семьи в этот период называли котенка одинаково. Никаких сокращений и уменьшительно-ласкательных форм быть не должно. Всегда хвалите котенка, когда он реагирует на вас при произнесении клички, а вот ругать, называя малыша по имени, в период запоминания запрещено. Питомец должен хотеть отзываться на свою кличку, а не наоборот. Соблюдайте перечисленные правила, когда приучаете котенка к его кличке. С ними ваш мяукающий малыш быстро полюбит свое имя и всегда будет на него отзываться. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!